Честно говоря, давно такого трындеца в роликах не происходило. Это эпик. Это вот именно тот самый эпик. Просьба смотреть ролик на стуле. Ни в коем случае не вставайте, иначе можете упасть. Всем желаю приятного просмотра. И огромная просьба, если вы на моем канале впервые, либо если вы не впервые, но смотрите и вдруг не подписаны, прямо сейчас это сделать. Ну все, приятного просмотра. Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, либо просто, не знаю, доброй ночи. С вами Руви. Мексу, всем привет. И сегодня мы играем в игру PlayerUnknown's Battlegrounds. Ну, вы это и так видите. Вопрос насчет того, почему мы так поздно упали, все потому что, ребят, я немножко там настраивал управление, я немножко что-то там, короче, делал в настройках, и в итоге мы пролетели хрен знает куда и приземлились хрен знает когда. Саня, рассказывай, что мы сегодня делаем? Но мы хотим занять ботинок. Ну, точнее, мы да, не хотим да. Мы это его. Сделаем, черт возьми, да? Да, и мы должны встретить хорошенько мост. Вот не знаю, конечно, много ли Тим упал на сосновку, если честно, пока ты там настраивал, я что-то тоже провтыкал и не смотрел. Но, понял. В принципе, стреляется. Поэтому... Я дал метку на Скар. Нужны патроны там? Скину тебе. Да-да-да. Да, Скар пулики, там еще первый броник был. Да, стреляются. Ребят, на самом деле была идея вообще упасть на кит кимпы. А если уж говорить о идеях, то самая хорошая идея, самая хорошая мысль ставить на спорт на самом надежном букмекере 1xbet. Там всегда большие выигрыши, там всегда большие коэффициенты, там вообще всегда все большое. Ссылочка есть внизу. Ну, где-то рядом с сосновкой, но в итоге мы что-то так передумали, решили упасть прямо с сосновкой, и в итоге... Есть ли смысл их убивать на сосновке, если можно их убить на мосту? То есть да, вот такой вот вопрос. Я даже предлагаю, чтобы ты типа залутал вот этот дом. Угу, понял. Я сейчас там возьму у тебя скорельку и вот здесь сам залутаюсь, и мы сразу едем ближе к мосту. Да-да-да, который мост, там где Новорепная, боже, мы же еще пролетали Новорепная. Да, да. То есть, чуваки... Не, в Новорепку, я думаю, мы не поедем, а типа конечно, встретить. Да. Ну, ребят, если что, вы не подумайте, что мы боимся и так далее, мы можем убить сосновку, просто момент в том, что реально хочется сделать контент с мостом. Многие этого хотят, я уверен, многие на стримах это просят, но мы на стримах играем часто всякие там саньки, всякие там, не знаю, эрангельфайты и все подобные места. Вот, поэтому, ребят, все, это дело для этого видосика. Всем желаю приятного просмотра. Поэтому приятного просмотра. Так, короче, я тут лутаю дом уже по второму кругу, заколебался в нем бегать. Я тебе предлагаю уже реально просто выходить, забить на это все дело. У тебя что уже все есть, правильно? Что ты думаешь, у меня подвисло? Да, у меня нормально все. Да, ну, я говорю, просто все валить нахрен. Брать машину, перекрывать мостик и уже на мосту забирать у ребят дроп, который они налутали на Новорепном да, на остановке. Да, у тебя была где-нибудь? Не помню, но у меня вторая. Правда, что-то я провтыкал. Саня. Наверное, микро вырубил. Ну ладно, ничего. Я дал метку еще на рукоятку красную, потому что у меня места нет, забирай. Ты меня слышишь? Уже да. А я не вырубал ничего? Это это все любимейший дискорд. Мы как раз сегодня его обсуждали. Да, причем. Так, метку. Он прям на вышке наверху, да, там рукоятка. Окей. Просто у меня реально не влазит мне нет рюкзака. Да все окей. Просто прикол-то в том, что я-то тебя прекрасно слышал, я тебе отвечаю. Давай, ты пока лутай, я бегу, ищу тачку, еду за тобой, и надо... Хотя там, в принципе, еще времени на... Блин, время есть, но манится, нужна машина. Да. Да, меня тоже манит. Единственное, мне только жалко, то что они сейчас убивают тех, кого мы тех, кого мы убивать. Можем убить, да. Блин, дядя, у меня какая-то проблема, у меня аптечка тут, я не знаю, куда ее засовывать, сейчас, может быть, в жопу присуну. Не знаю, реально. Так, может быть... Может, бинты скину? Ага, не влазит, понял тебя. Скину хаешку. Оп, оп, идеально. Короче, я обменял хае на аптеку и три бинта. Нормально. Что там по тачкам? Пусто. Понял, принял, понял, красиво. Ребят, на самом деле, реально, я надеюсь, что получится сделать видео, потому что мы играем уже, ну, хреново тучу времени. Мы играем, наверное, уже часа 4. И А? Нормально, я к тебе еду. Красиво. Пробовали, ребят, Санек, пробовали просто какие-то рандомные файты на Саньке, пробовали дуо против складов на Саньке, пробовали дуо против складов на Эрангеле, пробовали перекрывать мост на Эрангеле, пробовали играть Мирамар, мы уже все пробовали, черт возьми, ничего не получается. Пробовали даже за дропами охотиться, и тоже ничего не получилось. То есть даже... сегодня... А? Да, извиняюсь, что перебил, да, и даже против втроем к нам еще залетал Тёма. Да, мы играли... О, нормально. Пошел контент. Да ничего, я... Да. На тебе мой болик. Да. Энергетика. Угу. Так, все, поехали. Так, кстати, да, садись и сел. Так, о чем там говорил, я не помню. Короче, пацаны, продолжаем играть, не помню, о чем я говорил. Да, к нам Тёма залетал и ничего не сделал. Да, так, ну, посмотри, Тёма, как назад, всегда. Можешь, там ничего нету? Нет, ничего нет. Так, ты как бы...
пожалуйста, едь по дороге, просто нужно бойку принять да, как-нибудь. Я просто смотрел, типа, там самолет летит, и вдруг притормозишь? Типа... Да-да-да. Блин, я опять не принял бойку, да боже мой. Я сильно долго торможу. Угу. Нормально. Ой, дядя, это должен быть наш трой, но все же идеально. Просто им и зона вот такая, вот и вот все должно быть хорошо, я тебе отвечаю. И настроение позитивное. Да, настроение позитивное. Настроение, ребят, позитивное. После 4 часов игры все позитивно, я вам отвечаю. Че, лутаем что-то, да? Не-не-не, давай, поехали, я просто каску хочу. Я пожалуй, пролутаю. Лутаю, окей, тогда. Да, потому что... Ничего. Да, пацаны, нормально, да? Так, мне просто очень сильно нужен зум. Мост — это, в принципе, игра для больших прицелов. Нет, тебе нужен этот... Как это называется-то... Миник. Во, конечно, миник. Дядя, конечно. Иди тогда ко мне. Бегу, подожди. Сейчас я попытаюсь. У меня до сих пор. Боже, я не понимаю, где рюкзак? Почему нет рюкзака до сих пор? Это реально я большая проблема. На миник, там все... Понял, я заберу. И на рюкзак, конечно, это веселая проблема. Мне прям вкатывает. Если честно, ребят, когда я снимаю видосики с Руви, у меня уже ночь, у меня сейчас вечера, и у меня даже побаливает сердце. Поэтому поставьте сердечко на этот видосик. Опа, чтобы, ну, да, типа, да, по поддержку. Чтобы мое сердце не остановилось. Чаще. Да, лучше, чтобы не остановилось. Где? Боже, я не понимаю. Короче, я заберу СКС. Ну, не миненькую СКС. Окей. Я не понимаю, я не могу найти рюкзак, ты понимаешь? Я уже поскидывал кучу энергетиков, кучу всего, все, что можно, я поскидывал. Я уже не знаю, что скидывать. Это игра. Так, скину вот это вот. Ой, скинул и подобрал. Ты молодец. Так, вот этот мы скинем. Вот, и сейчас я нам предлагаю, что давай, собираем все, что есть, и да. Погнали. Кстати, я нашел 6x прицел на миничку, прикинь, сочненько. Почему-то там либо челик был на горе, либо я что, подожди. На какой горе? Слушай, ну... на 260. 260. Спасибо окей. Большое за рюкзак. Нет, давай, поехали сразу на мост. Да, забиваем хер, вроде бы дропа должно хватить, все хорошо. Боже мой, как мы еще были близко. Так, я смотрел. О, нормально. Что, работает? Не по нам, они там между собой. Понял. Просто ехал без звука. Да, ох, сейчас бы не умереть желательно. Давай тут притормозим. Да, чекай, дрифт. Токийский дрифт, или как он там называется? Токийский, ну, так... Так, что мы делаем? Просто короче, ждем. Просто ждем, друзья. На мосту важный момент геймплея — это ничего не сделать. Вот просто мы сидим, тянем бремечко, ребята подъезжают, мы их принимаем, солим, перчим и, как говорится, скидаем заживо. Употребляем, да. Давай. Ну ты чё, мышь? Где дроп? Видать, в самом конце был. Походу, либо сейчас скинет, а там вот, скинул. Скину. Вот чмо. Блин, ну... Двоякая ситуация, на самом деле. Двоякая. Можно повоевать. Попробуем? Можно повоевать. Да, а чё делать? Все, да хер ли нам, блин, реально, погнали. Мы чтобы чё, эти, серийные убийцы PUBG, правильно, да? Так, с окей. Таким-то лицом, как у тебя. Ты видишь это, да? Так, ну что, подрубаем звук. Ребят, сори за громкость, но это важно. Да, сейчас здесь челик может быть. Конечно. Вот, он тут вроде бы и был. Еще и замесики тут были, да, вроде бы? Да, вот он стрелял по кому-то и в фиде убить. Спокойно. Да. Хорош. А это что такое? Выходим. Ты его вырубил, с чего? Я даже не понял, как это произошло. Красиво, дядя, красиво. Я тебе на повторе скину. Так, вот это было реально красиво. Целим другого. Да, пока забили на дроп, нужно забирать другого. Он за забором, да. Понял. И можешь это, подлутаться. Где трупа, которого ты убил? Здесь, ближе. Так, сейчас. Давай с этим разберемся. Давай. Блин, ну конечно, ног. На дороге перебегай. Я тебе надеюсь, попали. Блин, твои ноги, конечно, такие прикольные. Сорян, там есть мотоцикл. Вижу. И он хочет на нем, скорее всего, уехать. Ой-ой-ой. Блин, у меня дыхалка закончилась, не могу убить. Слушай, давай я его попробую активно. Слушай, вообще, дроп прям рядом. Давай я его подлутаю. Ты пока по контроль. Если там будет какая-нибудь АВМ, мы от него быстро избавимся, я тебе отвечаю. Сейчас
сейчас я Блин, закрылись. Дядя, ну килл, конечно, я тебе отвечаю. Я прям даже думал, что он меня сейчас убьет. Я тебе повтор киню. Там вообще такой рандом. Это просто жестко. Ну, красиво, да, хорош. А, он упал, кстати, довольно далеко. Ну ладно, я побежал. Ты мог УАЗик. Я мог, да, мог УАЗик, но я типа... Так, он меня пушит, я так понимаю. Серьезно? Да-да-да. Дядя, да. Я возвращаюсь. Да, давай, вернись. Потом. Да-да, потому что нам нельзя допускать таких ошибок. Пожалуйста, можешь отойти, если есть возможность? Да я чисто вот наблюдаю. Угу, понял. А где он пушит? Слева? Он в башне магов, в кукушке. Понял. Как тебе приятно. Кукушка. Хорошо, вижу первый этаж, да-да-да. Блин, здесь как бы я его... Чисто слушай, подожди, но он не пушит, он там сидит, я пойду пролутаю. Ты подходи, я его, это... А я уже, я за дропом уже побежал. Я запутался, короче, что делать. Делай что-нибудь уже. Все, да. Я бы уже добежал за дроп, убежал бы обратно, ну ладно. Нормально. Он перебегает. К тебе? Да, тычки. Ну, он ближе пытается. Боже мой. Но ему не получится сделать, надеюсь. Так, ну теперь самое главное, чтобы дроп был, ну, типа, не зря. Надеюсь, там что-то реально прикольное. В принципе, я возьму любое оружие с дропом. Мне похрен, что там. Наверное. Но это не точно. Опа, дядя, это вообще не зря. Вообще не зря. ВМ? Вообще не зря. Нет, МК. МКшка и глушитель. Просто настолько максим... И еще и масхалат, понимаешь? Дядя, я бегу. Держись как тигр, будь львом. Львов. О, где твой хп? Львов, Чернигов, привет. Дядя, где твой хп? Он мне дал в голову, я пытаюсь найти трупака. Понял. Смотри, какая тема. Мы как бы, нам нужно ехать туда. Хилов довольно мало. Что там по трупу? Что у тебя по хилам? Еще было вдруг по хилам. Так, у меня бинты только, грубо говоря. Короче, нужно его быстро убивать, ехать в зону. Он до сих пор в кукушке? Либо куда он перебежал? Вижу, тихо. Убил в голову с первой тычки. Просто красавчик. Ты понимаешь, вот это было киберспортивно. Я ох, понимаю. Конфетка. Ой, дядь, зону? Да. Бери УАЗик, я пока его лутаю, и мы пойдем вместе с тобой уже. Давай. А вот теперь нас может встретить мост, понимаешь, да? Да, а где наш УАЗик? Вот внизу. А, там. Кстати, меня еще дико, знаешь, что? Когда мы подъехали к этому типу, ты выпрыгнул, я выпрыгиваю, меня УАЗик пол хп забирает. Серьезно? Да, я просто на рандоме, как бы, ну, вижу бошку его, он прячется, я на рандоме делаю пульку, причем и даже вижу, что он вырубает его, на самом деле. А я возьму баги, давай на двух тачках. Не, на самом деле, это вот этот челик, я был, блин, был почти уверен, что нас перекроет, я тебе отвечаю. Он просто, видишь, тоже не знал, куда ты ушел, типа. Да, типа, да. Он, типа, алло, зачем ты ушел? Че там? Я просто без звука еду. Говори инфо еще. Я, ну, пока чисто. Понял. Так, что там? Не чисто, так. Понял. Я живу просто, если не можешь ехать. Еду по лоу-граунду, еду. Дядя, все прекрасно, уходим отсюда. Просто сейчас их встречать будем, можно? Да. Колесо, серьезно? Мне в голову дали, прикинь. Не, мне броник дали. Слушай, ну а им у них довольно неплохой, я тебе скажу, вот так вот по секрету. Да им-то... Да. Ну, либо зарандомил. Дядя, где хп? Сейфся, я тебе аптеку прибегу. Тихо. Сейчас все будет, не переживай. Вырубленной игровой зоны. Не переживай. Сейчас все спасу тебя, подожди. Найс, я в сейве. Понял. Да, УАЗик, серьезно. Подползи левее, пожалуйста. Левее, вот так вот. Блин, сейчас эту тачку подорву, тут будет неприятно, конечно. Да, все, дым давай. Есть, давай, дыма нет, херачу аптечку. Так и просто бежим. Ой-ой-ой, это что такое? Погнали. Зверей? Я бегу, да. я бегу. Что, дым один, мне кажется, вряд ли нам. В упоре. Дядя, тихо. Беги левее. Да, сейчас. По мне дали. Минус мы. Я тому типу дал, который по тебе работал. Ну, почему такая приемка жесткая? Я не знаю, как мы еще выживем. Просто ляг в траву, забей на все, ляг в траву. Потому что у нас упор чел. Боже мой. Кто еще? Приехал кто-то. Да. Я тупо бинтами хилюсь. Понял, я тоже бинтами херачился. Я пробую пойду домик какой-то взять. Возьми просто. Боже, те типы не за зону, они вообще придурки, что ли, тупые. Нормальные ребята вообще. Вы что, охренели? Сань, что там живешь?
Саня, у меня челик. Иду. Тихо. Прям мне по домам. Вырубил. Живи, тащи, кусай. Выжил, спокойно. Я спрятался. С пулемета где-то. Угу. С трех этажки, по-моему. Угу. И я тебе скажу так, что у меня приехала доставка. Может, мы уедем? Да, у нас есть тачка. Не знаю. Вот это плохо. Погнали. Пожалуйста, скажи, что она есть. У нас была баги, помнишь? Нет, не вариант, она сзади. Там не вариант туда идти. Мы сейчас умрем от зоны. Те уезжают, ребята. Нужно пробовать. Что это? Даун, блять. Просто, сори, ребят, за мат, но я это... Ну, это просто чмо. А что тебе по хилам? Только бинты. У меня 5 аптек, 27 бинтов, я тебе скину, нормально, все, не переживай. Боже мой, ты понимаешь, как мы сейчас выжили? Если мы сейчас дойдем до зоны и выживем. Стой, они тормозят тут. Забейся, пожалуйста, не пикай их вообще. А можно я их? Два колеса пробито. Ну там еще одна тачка какая-то, сейчас попробуй. Не просаживай. Нам нужно верить в то, что эта машина сейчас без пробитых колес, либо хотя бы с одним. Как же мы выживаем, боже мой. Это УАЗик, он полный, он идеальный. Давай. Дядя, давай делать это. Может, все-таки просажу? Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Давай так, я сяду к тебе в тачку и пошел за доставкой. Понял, давай я тебе аптечку дам, аптечку ты хотя бы ее прими. Да, я пока бинтами хилюсь просто. Понял, окей. Ты меня, главное, завези как-нибудь. Не завезешь, но окей. Да, надеюсь, окей. Это будет топ-контент. Да. Ребят, ну это, конечно, лютое выживание. Я уже даже стоя стою. Понял. Если честно, без штанов. Ну это правильно. Захерачивает аптечку, скинул. Прими прямо сейчас аптечку. УАЗик, ты даун? Так, я сел. Угу. Все, только суря, уйди, пожалуйста. Так, пацаны, теперь моя задача доставить Саню куда нужно. Блин, мне кажется, он откинется, потому что, блин, зона еще будет бить очень сильно. Не, ну еще нормально, можем дожить. Сейчас еще перевернусь, блин, это будет красиво. Ребят, я не знаю, что получится с этой катки. Боюсь, что Саня реально сейчас откинется из-за этой долбанной доставки еды. Ну, ребят, еда правильно, еда важна. Плюс комментарий, если еда, это важно. Пожалуйста, Саня, не знаю. Я понимаю, что тебя сейчас нет рядом со мной, но ты как-нибудь держись за что-нибудь. Так, я могу выжить, могу. Так, подрубаю звук. Блин, вообще еще машине там застрелят нахрен, конечно. Это будет неприятно. Так, low ground, вижу. Приехал. Притормозил. Приехал. Лег. Живу. Боже. А чё он хиляется? Подожди. Саня, ты что? Где? Так, у меня есть предположение, что Саня сейчас что-то там... Так. Короче, мы выжили. Что-то за него сейчас хилялось. Окей. 54 секунды. Боже мой, пацаны. Я отвечаю. Вот такого накала, как вот у нас был, когда мы приехали на баги вот туда вот вниз. Такого не было очень давно. Это прям тринда. Это прям реально очень опасное дерьмо. Блин, мне показалось, что кто-то бежал. Очень надеюсь, что мне показалось. 33 секунды. Мексу. Саша. Так, окей. Ребят, будем верить, что он через 20 секунд придет сюда вот. Вы прикиньте ситуацию, если он успеет прийти, и мы еще и выживем. Вот это будет контент, я говорю. Так. 15 секунд. Я побежал. Пока. Блин, понимаете вот эти вот тайминги, да? Когда вот типа вот наконец у нас получилось реально что-то хорошее. Наконец-то мы делаем реально что-то прикольное. И вот эта доставка еды. Ну, вы понимаете, да? То есть такие ситуации... Я здесь еще бензин кончил. Гони в зону. Я тебя просто бросил. Ну, в смысле... Не-не, я тебя завез в зону. И потом надо уже было бежать пешком, наверное. Ты серьезно, ты успел? Боже мой, такого хардкора у меня еще очень давно не было. Я извиняюсь, я один доеду, да, или... Да, едь, пока проверишь. Да, все хорошо, чувак, это хардкор, я тебе говорю. Что там, никого нет?
Что-то едет, что-то едет. А, нет, к тебе едет. Остановились. Ты готов воевать? Да. Понял, я бегу. Я хилюсь. Понял. Я предлагаю взять крайний дом и просто сейвиться как-то. Да, конечно. Потом же решим. А я левый возьму. Чтобы хотя бы с двух разных сторон разбирали. Все нормально. Да. Ух, ну что, могу тебя поздравить, что мы хотя бы как-то выжили. Спасибо. Потому что это было... О, вижу в переднем доме. Они тебя видели, нет? Да. Он понимает, где. Это 100%... Блин, еще и такая зона, конечно, печальная. А, есть возможность кинуть туда хаешку какую-то? Нет, нету. У меня как бы есть хая, но... Мы выжили, потому что я девушке сказал бы, вот, садись и жми. Да, я так и понял. Думаю, кто там хиляется у тебя, боже мой. Думаю, что это за... Вообще происходит. Чудо. Да. Саня включил читы. Угу. Ой, зона-то ушла. Да. Нам, короче, наверное, пикнуть их надо. Ну, я так пытаюсь контролить, типа. Дал тычка. Живи. Я живу. Все хорошо. Это он, типа, там, подожди. Нет. Блин, как их убить? Подожди, 52 секунды. Слушай, может быть, нам ходить дома? Есть предложение забить на них хер и просто уйти в зоныч. Убил. Кого? Там еще челик был. Понял. В доме был? Походу, это два разных. Чего? Подожди, ты убил? Ну, одного за домом убил, один в доме. А, в доме есть, тихо. Вышел. Убил, минус два. Nice. Дядя. Поехали. Ай, хорошо. Чего у них у всех проблемы? Я не знаю. С этим? С хилами? Да, тут гроза нового брать некуда. Понял. Добрать некуда, уходим. Побежали. Пешком? Да. Ладно, на самом деле, я признаю, что шансов сейчас мало, у нас будет бешеный low ground, но хотя бы что-то, понимаешь? Угу. Так, я, наверное, экстренный зажим поставлю. Давай, у меня коллиматор на зажиме и МК. Блин, как... Ребят, я вам отвечаю, вот вы скажете наигранные эмоции, но люди, которые знают меня, я никогда не наиграю эмоции, потому что я тупо не эмоциональный человек. Это трындец. Такого давно не было. На горе у нас там 110. Вижу, тихо. Дядя, да, забей, нужно позицию взять. Блин, там дроп еще светится. Прикольно. Нам бы какое-то... Ой, я дерево возьму в лоу-граунде, прям бешеным. Давай. Еще если дроп в зоне, можно будет его пролутать. Ну, я думаю, третий броник там... А, он за зоной. Забей. Уже будет сильно бить, нет смысла. Зона уже появилась. Да. Вижу челика. Вижу. Он работает по мне. Дал ему. Я ему тоже дал. Вырубил. Красиво, МКшечка. Так, где-то вот слева могут быть. Да. Короче, я тебе предлагаю его не добивать. Пошел он нахрен. Да. Слева есть. Надо перемещаться. Давай сейчас левый край прочешем. Просто крутанем налево. Вот тут дерево есть. Смотри. Да, дерево неплохое. Да. Я тогда крутану просто налево вот сюда вот. Да, там слева есть. И перед нами. Да. Возьму камушек, который... Блин, камушек вряд ли, конечно, в зоне. Хотя... Бери. Короче, беру камень. Давай, разделяемся. Тут рядом где-то. Сплетимся, нормально. Ну что, челика, походу, подняли. Сейчас кину хей туда. Не знаю, насколько она, конечно, хорошая, но... Ой-ой-ой. Дядя. Им нужно скоро идти. Скоро идти нужно. По мне сзади работают там. Сейфси. Где мы? Я крою этих, а ты крою тех. Вижу. Помоги, я умер. Да, меня справа били. Просто живи, забей. Ой-ой. Серьезно? Да. Че там, ты жив? Нет. Да. Ляг. Да. Ну это тринда. Просто, чувак, я не думал, что там будет три типа. Походу, это один челик и два разных. Просто там со всех сторон. Их кроют. Короче, живи. Блин, я на самом деле плохо отдал. Нужно было просто лечь, как крыса отыграть. Но что-то я, ребят, не захотел так играть. Вот рискну. Вот так вот. Может, не ставят? Не, я типа x3 поставил для...
Для меня типа это риск. Понял. Давай. Ой. Разменялись, мне хаешку, я слепо. Короче, пацаны, просто не отвлекай, наблюдая за процессом. Но это было что-то жесткое. Пять человек. Давай. Ой. Слева, да. Короче, как получилось, когда я на них пошел, были справа, были слева. То есть, я так понимаю, там была Тима и еще один чел. Я не ожидал столько людей видеть. Ну, короче, ребят, любая ситуация, ошибочка в финале. По позиции. Да, мы не доиграли, но, ребят, я уверен на 100%, что вы должны были давить. Это было нереальное выживание. Если скачек понравилось, поддержите лайком, будет очень-очень приятно. А стой, давай смотрим, кто выиграет. Что думаешь? Давай посмотрим. Я думаю, что М24 выиграет, но он, типа, неплохо дает, да. Ну да. Да, они молодцы сделали. Если мы умрем от победителей, то... Ну, то мы бы, ребят, всех других то... нагнули, да, и да. Просто взяли бы там. Не, на самом деле, пацаны, это немножко недоигровка, мы могли сделать лучше. В любой ситуации мы каждый день играем от первого лица на фейсе, тренируемся, чтобы таких моментов было меньше. И в будущем их реально будет меньше. Немножко неприятно, но все хорошо. Так. Подожди. А, он дотек. Да. Еще остался один. Это изи минус. Он лежит, я понял. Ух ты, подожди. А тот без хп, подожди. А этот-то без хитпоинтов? И он-то за зоной? Да. Боже. Вот это я понимаю. Ну, короче, тут еще эпичная концовка, да. Кстати, возможно, это тот, которого ты вырубил на горе. Да, возможно, он. Короче, пацаны, это, мне кажется, самый такой эпичный видос на нашем канале. Вот эпичная концовка, эпичное все. Короче, все очень круто. Если видео понравится, поддержите его лайком, будет очень-очень приятно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Сани, он делает тоже прикольный контент по мобайлу и не по мобайлу, по всем играм. Ссылка есть в описании. Все, всем пока, друзья.